Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. С вами, как всегда, Елена. И сейчас я вам расскажу, как я хочу сварить яйцо в чайнике. Оказывается, это все-таки можно. Но готовить нужно правильно. Напоминаю, что у нас в Украине сейчас газа нету, а кушать хочется, ребята, всегда. Так как немножечко не дотягивается у меня, я вам покажу. Значит, чайник должен быть, ребята, обязательно. Вот смотрите, вот блинчик у меня, хочу немножко показать ближе. Значит, чтобы здесь не было спирали внутри, обязательно. Ложим яйцо. Выливаем водичку так, чтобы покрывало. Так, сейчас мы все сделаем. Такого не бывает. У Елены Андреевны все всегда получается. Так. Закрываем. И, ребята, закипает чайничек наш, отставляем. И таким образом мы делаем 3 раза. Так, проверим сейчас. Вот это яйцо, ребята, я уже приготовила. Забегаю наперед. Так, чистим. Смотрим, что же у нас в результате получилось. Буду я сегодня кушать вареные яйца или нет? Ребята, это оно варилось 3 раза. Кстати, вчера я лимончик добавляла. Ребята, очень хорошо пахнет. Смотрите, супер, супер, класс, класс. Ничего себе! Такие сегодня я кушать буду. Еще скоро поспеет еще одно яйцо у меня. Ну что ж, значит, отключение газа, ребята, нам не страшно. Нас не запугаешь и этим. Что ж, понравился мой совет. Подписываемся на мой каналчик, чтобы не пропустить новинки, ребята.